Уважаемые коллеги, боевые друзья, дорогие ветераны, от имени Главного командования и Военного совета Воздушно-космических сил, коллектива Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил Министерства обороны Российской Федерации поздравляю вас с наступающим Новым годом. Это яркий и волнующий праздник в жизни каждого человека. Один из самых любимых праздников, семейных праздников. Он дарит радость встреч с самыми дорогими людьми и предвкушение чего-то нового, обязательно доброго. С ним традиционно связывают лучшие надежды на будущее. Защита Отечества всегда была и будет священным долгом настоящего гражданина и патриота, цель которого – обеспечение безопасности нашего государства. Воздушно-космические силы питали в себя лучшие традиции всех поколений военных летчиков и инженерно-технического состава, специалистов противовоздушной обороны и космических формирований. В уходящем году личный состав воздушно-космических сил качественно решал задачи по поддержанию высокой боевой готовности, несению боевого дежурства, выполнению миротворческих задач за пределами нашей Родины, освоению ракетно-космической техники, реализации космических программ. Многое сделано для решения вопросов социального обеспечения военнослужащих и их семей. В год 75-летнего юбилея Великой Победы особое внимание было уделено нашим ветеранам, а также вопросам патриотического воспитания молодежи. Хочу поблагодарить за добросовестное исполнение воинского долга по защите интересов государства личный состав воздушно-космических сил, принимающих участие в освобождении сирийской земли от террористов, кто на дальних подступах к границам Отечества защищал и продолжает защищать его мир и покой, выполняя специальные и миротворческие задачи в настоящее время. Бессмертен подвиг наших боевых товарищей, погибших при выполнении специальных задач. Их имена навечно вписаны в героическую летопись воздушно-космических сил. Мы помним и свято храним в сердцах память о них, вечная память героям. Особо отметим тех, кому доверена почетная обязанность встретить Новый год на боевом посту. Уверен, что вы успешно выполните поставленные задачи. Мои самые теплые пожелания вашим семьям за поддержку и опору, любовь и терпение, которые так необходимы в настоящее время. Желаю всем здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, новых успехов в службе на благо Отечества. С Новым годом! С наступающим Рождеством Христовым!